Всем привет, мы продолжаем прохождение Pathfinder в Тимбуйте. В прошлой части мы победили игровой тип. Закончили наши дела в Пидоксе. И присоединили его к нашей территории. Так, в этой части мы, наверное, сходим к личинке Равагуга. Попробуем ее таки победить. И еще мы посмотрим, что у нас по снаряжению. Эх. Святая Глефа, 26 урона с луком, кто и не пользуется. Так, откуда у нас здесь штрафы? А, усталость, бессилие. Понял вас. Да. В прошлой части мы как раз остановились на том, что добрались до города, приняли посетителей. Пора спать. Уходим. Давайте попробуем пообщаться с сказителем. С нескольких предметов. Что-то интересное. Эльфийское, но из дохеринской эпохи. Дёрн. Да. А сможешь ли выкрывать? Да, здесь больше ничего нет. Tread lightly. Так, что у нас? Давайте я все залью себе в инвентарь. Буквально все. И все доспехи. Так. Цветки не будем, зелья не будем. Ой, чувство у нас плывет на самом деле не поход к Равагугу, а расслабление. Бальт ничего не говорит, понятно. Let us be careful. Так, дело королевства. Ну ты не справишься. Справишься. Так, а почему здесь? Так. Ужас.
Да. Тут все. Вот невероятно плохо. Стоп, не то еще посмотрим, что пидокси. А, мы уже смотрели в прошлый раз, там ничего интересного. Там ничего интересного строится, как телепортация и все. Так, голубятня. Так, голубятня нужна. Допустим, она будет здесь. Можно замок крестоносцев построить. Но нет, так. Что дает телепортация, ничего интересного. Замок крестоносцев. Бонус против нежити посторонних существ. Ладно. The path is clear. Идем на улицу. На главную площадь. Есть ли смысл сохранять оружие, на котором у меня нет специализации? Но оно хорошее. Наверное. Ну, я могу попробовать создать наемников каких-нибудь. Может быть, ближе к концу. И у нас что-нибудь пойдет не так. Совсем не так. Предлагаем предложить нечего. Так, что есть здесь? Кинжал оставим, троллеруб. В принципе, он хороший. Так, много крутого оружия. Так, ну сокрушитель тверди двуручный нам не нужен. Просто плюс 3. Меч, который я у него уже купил, кстати. Интересно. Ох. Так, ну давайте думать. Кинжал. Плюс 4. Выброски. Искусно сделано. Так. Кинжальчик интересный. Кому бы его дать?
Ну, у вас более-менее с кинжалом может полет. Кинжал может полет с окном. С другой стороны. По-моему, проще прямым уроном уничтожать цели, чем пытаться кинуть в броске на одну минуту. Продаем. Так. Или оставить. Можно дать на кнопку. Ну, не знаю, мне некому с ним ходить объективно. То есть, если я проведу комбат с каким-то персонажем, у которого есть контроль, но... У меня нет такого контроля. Блин, есть хорошо. Но чтобы он отработал, надо сначала попасть. Там еще резисты. Ладно, продаем. А, продаем, да. Тяжелая булава. Так, у тебя кистень. Харима вообще все печально. Так, Харим, какая у тебя специализация? Любимое оружие, тяжелый кистень. Умеешь пользоваться оружием дворфов. Тенем пользуешься, да? Но это просто плюс один. Так. Тяжелая булава. Почему? А, странно, ты как-то по типу отсортировал. Легкая булава, большая палец. Вот и полистей. Большой палец, длань власти. И топор из холодного железа. Так. И он показывает... Да, он мне очень удобно показывает сравнение. Плюс 2, или 1 до 6 огненный. Это кислотный. И позволяет 3 раза в день кидать кислотную бомбу. Но мне не нужно. Джиглос арбалет. Щелочная была не нужна. Суверен. Плюс 5. С бонусом защиты. Вот это интересно.
Рейнс, по-моему, они даже по весу одинаковые. Но здесь 1D8, 1D6. Так, назад. Так, думаю, продаем дальше. Прошу, здесь большая палец. Вообще ничего интересного. Платошка горе стиль. Вот это интересно. 4.16, 1.8, плюс 2, плюс 1.6. Вот тебе попадание лучше. Поэтому подушку вырезать с учетом постоянного эффекта целого движения. Это хорошо. Так, большая палец. Мы стремимся с состоянием трясения и дезориентации. Давайте продадим, потому что... Вроде со страхом мы и так разберемся с дезориентацией, да, потому что... Вот лайнбасе тяжелая булава. Неустремчивость к огню. Бонус проект убеждения. Вот это потенциально интересно. Так, нечестивая. Два до шесть существом с добрым миром зрения. Таких вроде не ожидается. И тебя должен пустить пожарный. Что у нас такое дорогое? Суверен. Да давайте суверен оставим. Так, и что? Платушку вырезать откладываем. Щелочную продаем. Может, я зря так сделал, ну ладно. Так. Арин, что у тебя будет? Защита усиления, он работает на самом деле получше, чем огненная кистень. Тебе это стало лучше. Да. Тяжелая булава. Я пока сюда сложу. Да. И остальное я продам. Ладно, я потом продам так. Так, сотный короткий меч плюс 2. Продаем. Кистень. Продаем.
упырем. Так. Плюс 4. Жертвенный спуск на владение. 2 урона с помощью целя. Странно здесь сортируется по типу, очень странно. Да ё-моё. Здесь плюс 4 усиления, здесь... Плюс 2, 1 до 6. Давайте посмотрим. Урона меньше. Ну, не сильно. Даже... Не, ну... Чуть-чуть больше, если цель стала беспомощной. Ну и шанс на попадание чуть получше. Так, ну я выйдем на плюс 2. Смотри, что урон чуть побольше, непонятно насчет чего. Ладно, на правый суд я отложу пока что. А вот продам. Так, дальше. Грош. Плюс 3. Ручный топор. Да. Давайте судим. Так, Амери. Так, этим. Так, кавалерию. Понятно, не особо-то есть чем пользоваться. Продается высшая мера. Но он послабее будет. Не сильно слабее, чем честь Акаи, сказать по правде. А не, слабее, слабее, да. Продается троллеруб. Видимо, тоже троллей уже не особо-то будет. Остается только на ханду посмотреть. Яд.
тут же Неврона. Ну, разве что ради спасбросков можно ставить. Все остальное на продажу. Так, вестник Сверди. Это продаем. Дальше. Два всеубийца. Бонус усиления. Плюс 2 к ловкости нет. Плюс 1. Тоже нет. Так, очковый нож. Нос там всякий. Истязатель сток. Еще вещь интересная. Ох, как много всего. Так. Валерий. Так, икстоком не можешь пользоваться, значит, уходит сразу. Так, меч бастард. На кинжал. С электричеством. Инициатива уклонения. Для нокнока, но... Он скорее по куклям. Так. Лефа двуручная. Нет. Луки. Нет. Меч бастард. Продаем. Осколок хаоса. Продаем. Скипетр лезвий. Давайте я оставлю пока что. Рапиру. Опять же, нет специалистов по рапирам. А, кинжальчик был бы интересным. Вот, ладно, оставим. Так, доспехи. Башенный щит. Вот, давайте я доспехи переберу тогда сразу. Спасибо. Так. Башенный щит. На продажу. Больше особо никто не может пользоваться. Так, тяжелый щит. Этот щит лучше. Значит, он дает бонус сопротивления. Интересно, за счет сопротивления одно и то же.
Значит, он своим защиту лучше. Снижение урона мусор. Так, оплот тяжелый щит. Ерунда. Сын ветра. Давайте скорость лучше возьмем. Так, пусть там понятно. По броне. Кто носит среднюю? Обили. Кстати, хорошая броня. Спору нет. Так, Лефана. Максимизировать заклинание. Мне лучше кажется, что броня полезнее, но это хорошая вещь, так. Легкий доспех. Против потрясенно. У тебя минус 4 брони и плюс 2 ловкости нет. Видите? Нет. Уже был лост. Ну, потенциально уже был лост, было бы неплохо. Так. Нагородник средний. А ловкость ограничена. Средней выносливости. Так, вы среднюю броню не носите, только легкую. И уже плюс 4. На продажу. Так, вот это мы оставляем. Это много важно. Это явно для Линзи вещь. Мне кажется, было что-то поинтереснее. Дорогой. Защищает чуть похуже. В целом продаем. Так, у вас как дела? Давайте поменяем доспехи. Сюда же стойчивость. Ладно, продаем, не особо и нужна. Еще же на рубах продаем. Кстати, к Наровину зайдет. У нас идет хуже.
аспект плюс один. Нет. Это будет плюс три, нет. Это плюс три, нет. Испающий стали. Интересно. Он считается более легким. Так, он плюс 5. И он может использовать барбук, если он был средним, да? Только линзи его не наденет. Ладно, отложим. Средняя устойчивость. Что здесь? Секундочку. Это ерунда, вот. Броник черного дракона. Он лучше. Кто еще носит средний доспех? Ну, же Тайл. Но я бы не сказал, что для Тайла это прямо хорошо. Правда, скидается. Нет. Это, кстати, Робин. По-моему, броня не поменяется. Да, не поменялась. Так, как Тайвина. Тайвина. А, она сводит хуже. Так, природный покров. Нет. Нет. Платить светом. Продаем. В доблести оставим пока полный латный доспех. К сожалению, он не очень. Он на латный доспех плюс 4. На него плюс 4. 13-13. Так, а на Робинка будет смотреться. Кстати, чуть лучше. Да. А на Амери тогда. Похуже. Я его оставлю. Так, кольчуга. Кольчуга ерунду, да? Робомонаха. Продаем. Робы стихий оставляем пока что. Р
Гардероба Ложной Смерти. Нужна. Не оставляем. Превращение оставляем. Страшеющую. Подоставим. Сердце пауки. Ставим. Сияющую. Подаем. Продаем свое сердце. Стегнут плюс 3. Оставим. Это тоже продадим. Интересно, откуда у него столько денег, чтобы все это купить? Тут самое ужасное. Куча кулаков. Так, давайте отсортируем по типу. Ужас. Хорошо, давайте я просто быстро продам то, что нам явно не потребуется. Это плюс 1, плюс 2. Плюс 3. Даже плюс 3. Так. Это плюс 2. Это могучих кулаков. Еще устойчивости. Так. И пойдем снаряжаться. Так, здесь броня у меня есть на плаще плюс 4 от плаща. Здесь еще есть подброски и защита. С другой стороны, я могу надеть кольцо и надеть плащ. У меня будет в итоге лучше. Так, так. Плюс 5, ладно, один поменяем. Да, этого не поменяли. Так, пока оставляем. Ох. А давайте начнем с Валерием. Мало кольцо абсолютно защиты. Еще одно. И пояса. Так. Пояс физической формы. Тут бы пояс на плюс 6.
компонентов, стен. Плюс 6 ко всему. Так, кто получит Валерий от этого пояса? Она получит явно бонусы к попаданиям. Так, и там, к остальному вряд ли. Реакция плюс один. В защите, кстати, откуда? Модификатор ловкости. Так, он должен как-то учитываться. Правильно. Так, ловкость. Плюс 3. Понятие плюс 1. Плюс 4. Максимальная ловкость плюс 3 вообще-то. Покажи мне свои способности. Вот, мастерство ношения брони. Максимальное увеличение ловкости на 4. Это вот мастерство ношения брони. Интересно. А, по инвентарю и не скажешь. Так. Отлично, брони мы тебе дали. Тогда амулет можно снять. Да, ничего не поменялось. Если броню плюс 5. 50 внезапно. Бонус сражения здесь есть. Здесь один. Ничего не поменялось. Ну, интересно. Интуитивный бонус здесь есть. Да, есть, вот шлем. Так. Наручи, ну наручи ничего не дает. Правда же? Правда. Так. Вообще ничего не надевается. Ай-яй-яй. Бонус устойчивости плюс 5. А зачем они... Не, ну здесь кислота лучше. Сейчас я летописал ловчо, а больше здесь ничего и нет хорошего. Так, кольцо абсолютной защиты. Я могу
сделать 51. Так, а ты еще дай сброски под плаща. Но в теории ночь плюс один к защите и устойчивость к магии. Минус снижение урона. С удачей есть, ага. Что есть по кольцам? Усиление есть усиление. Неинтересно. Да нет. Особенно твои плюс 4 к харизме. Ничего интересного. Отражение. Так, эффект на замешательство и страх. Давайте попробуем. Так, бонус сражения. Здесь есть сражение. Кольца. Сергей, кольцо 51. Спасброски не меняются. Просто стойчивость магии, снижение урона. На единицу. По идее, да. Снижение урона. На одно очко. Но это ерунда. Снижение урона на один. То еще с моей, конечно, приятно. Нет. Да, вот 51. Что еще есть на кольце? Здесь плащ работает. Шлем я смысла нет, не вижу. Естественно, броня. Так, так. Это точно не нужно. Жень урон не требуется. Плюс 4 к ловкости не получим, но, естественно, броня плюс 3 к защите. Давайте посмотрим на результат. Да. Естественно, броня. От амулета. Но, естественно, не стакается. Интуитивный бонус плюс 2 к защите. Ну вот ясный взор, если только. Давайте так. Шлем чуть получше, чем ясный взор.
урон на память в оричном листе. Интересная вещь. Плюс 5 ко всем проверкам. 1-6 урона противникам, который пользуется численным преимуществом, нарирует бонус ловкости. Но это вроде не про нас. Так. Плащу. Максимальный плюс 5, его у нас уже надет. Так, с оружием вопрос решен. Метатель плюс 4. Ты даешь плюс 3. Так, окей, понял вас. Итого получается, что Валерий мы вроде бы более или менее упаковали. Оф. Робин. Плюс 4. Робин-то не особо и бьют, честно говоря. Колечко бы поменять на что-то более интересное. И амулет, возможно. Интересно, кстати, амулетик. Очень интересный. Так, ну в этом месте надо сделать паузу. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Всем доброй ночи.